Посмотри на муравья, мама трудится всегда, и старания видно мне, тащит грузы на спине. В муравейнике всегда много разного труда, невозможно долго спать, надо дом сторожать. Это дружная семья, вот пример для нас, друзья. Каждый должен дело знать, о спасении возвещать. В церкви Божией поспеши потрудиться от души. С неба приняв благодать, будем Бога прославлять. Аминь. Закхей был маленького роста, но как же быть к Иисусу ближе? Вопрос решил довольно просто. Залез на дерево повыше. И вот он видит Иисуса, с надеждой смотрит на Мессию. Освобождение ждет он груза, грехов, пороков. Бог ведь силен. Спаситель мытаря, заметив, сказал ему: «Сойди скорее». Захей, слова эти услышав, был очень рад, а фарисеи подняли ропот на Иисуса. «Господь же нас простил Захея, и вас избавит он от груза, спешите к Господу скорее. Аминь».